Андрей Андреевич тут зарядил уже по полной этой сам. Доску эту нафиг не надо. Вот для угля нам нафиг не нужны. Нормальные игровые палочки. А это какая-то забора вообще. Сейчас вам шампур обжечь. Шампур только купили в магазине. И мясо на него. Ну пойдем еще покормим рыб. Пирог появился что-то. О, тут уже ожидание. Пискари крупные, ты смотри. Сейчас мы им хлеба чуть-чуть кинем. Прям сюда под камеру. Чтоб они лезли. О, вон они. Вон они, проглоты. О, какие. Они прям это дуреют. Чтоб они тут лазили. Не стеснялись. О, крупные. Вон чебаки пошли сверху брать. Угол выбрать. С какого снимать. Некоторые так стремительно проносятся. Ну, сейчас помутим воду. Чтоб они на звук шли. Кишит прям. Вот здоровые какие чебаки вон ходят. Вылезли из-под коряги, сел. Ну, уже такие солить можно. Вот. Где-то я видел еще здорового пискаря, но он такой что-то шугливый. По дну мелкий ползает, по дну не боится, а этот здоровый. Он. Глины самые наглые. Вот у них комплексов нет по части. Что-нибудь съесть. Вот. Сейчас будут под ноги лезть. Чебаков надо как-то еще располагать к себе, еще не привык. Надо искупаться сейчас просто. И они все это воспримут, в общем, адекватно. Безбоязненно. Все, чебаки ушли обратно в яму. Ну, вон они в яме стоят, чуть в стороне. Вот под тем берегом ходят. Ну, красавцы. Красавцы. Ага. Сейчас курочки дам. Курочки уплыли. И в это самое. В тупик. Сейчас. Туда вот. Сейчас их. Братья. Рыбные братья. Все, не намуть прям все. Вот, вот, стадо прям ломанулось намуть. Прям на звук. Вон они прям под берег лезут. Ну, я надеюсь, вы поняли, да, сколько рыбы в дальневосточных реках чистых, даже в малую воду. Вон она. И насколько она, вон, видите, вон там. Насколько она к человеку так расположена. Бери меня, не хочу. Вон. Так что на еду можно всегда добыть чего-то. Вот они, хлеб все. Дербанят. Вот, все утащили. Разобрались, разломили. А мы пойдем мясом заниматься, короче. Вот потом будем мясом эти тоже набегут. Может, кто их покрупнее приплывет сюда. Ну, посмотрим. День еще только начинается. Дальний Восток.